Здравствуйте, меня зовут Марина Лазовская. Мое увлечение – шитье кукол Тильда, вот таких вот красавиц. И я хочу сегодня поделиться мастер-классом шитья вот такой куколки. Эти куклы служат для украшения интерьера, а также прекрасно подходят для подарков. В эту куклу вложена моя душа, это очень увлекает, успокаивает. И на примере такой куколки я покажу, как это делать. Я возьму выкройку, ее можно найти в интернете. Взяла ткань ситец, сложила два раза. Кладу выкройку туловища на ткань, обвожу один раз. Вверху мы прошивать не будем, для того, чтобы набить синтепоном. Скалываем для удобства иголочками. Затем я обведу два раза ручки, чтобы у нас получилось 4 детали. Ножки обведу два раза, также получится 4 детали. И стопа мы обведем ее один раз, получится 2 детали. Ножку обведем еще раз. Ручку также еще раз. Скалываем иголочками. Вырежем и будем прошивать. Выворачиваем деталь тела. Если плохо выворачивается, можно помочь карандашиком. Набиваем ее холопайпером. Наше отверстие. Теперь нужно зашить отверстие. Берем белую нитку с иголкой. Прошиваем и стягиваем. Прошиваем волосики. Соединили детали. Обвязали кофточку, сделали юбочку из сетки подбушник. Трусики из флиса, гетры связали. И из фетра сделали кроссовки. Из пряжи сделали я вот такие волосики. В серединке прошила на машинке. Одеваем на куклу. Вот такую шапочку я связала. Румяным, подрумяним нашу куколку, чтобы она была здоровая, красивая. Заплетем косички. Вот такие красивые куклы у нас получаются. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Вы обязательно захотите сшить себе такую красивую куклу Тильда. Куклу Тильда сшить несложно. Ее сложно не сшить.